Всем доброе утро! А вот и мой котик маленький пришел. У нас даже Игорь пока еще его не видел. Я часто забываю, как его имя. Почему-то. В общем, как вы думаете, что это? А я вам скажу, чем я сейчас занимаюсь. Видите, я лежу на диване. Дома у себя на диване. А голова у меня на чем? На ватманах. И вот я сегодня у нас какое число? 9 августа 2021 год. Я сегодня создаю свою новую жизнь. И хочу, знаете, что сказать? Поделиться важным для меня, а это моими мыслями. На самом деле я еще ни разу не сделала коллаж мечты. А это говорит о том, что я была просто не готова в то время. У меня была практика, отработка. Я всем в команде часто говорила, чтобы стать профессионалом, важно отработать 10 тысяч. 10 тысяч часов. Вот у меня и дочь пришла. Дочь, ты думаешь, что такое я делаю? Ну-ка посмотри, глянь. Ты когда уходила, вот на диване не было этих листов бумаги. Скажи быстренько за несколько секунд, что это такое? Как ты думаешь? Может, коллаж? Да. Мечты.